МВД Абхазии продолжает работу по противодействию незаконной добыче криптовалют. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе обследования территории бывшего ипподрома в селе Илыра Чемчирского района выявили действующую майнинг-ферму. При участии специалистов Государственного комитета по стандартам потребительскому и техническому надзору, а также Чемчирского филиала РУК «Черноморэнерго» изъято 40 аппаратов по добыче криптовалют, принадлежащие Вардае Мурату Робертовичу, жителю Чемчирского района. В лесном массиве села Кутола Чемчирского района сотрудниками ОЭБ ЭПК МВД совместно госстандартом обнаружено и изъято 18 майнинг-аппаратов, принадлежащих Хинтба Тамелу Валериановичу, жителю города Сухом. В Гулерипшском районе в селе Нижний Пшап в частном домовладении по улице Леона обнаружено 23 аппарата, принадлежащие Кутеле Вадику Ивановичу. Оперативные мероприятия провели сотрудники ОЭП ЭПК МВД при участии госстандарта Абхазии. Также в Гулерипшском районе в селе Уарча в лесном массиве сотрудниками Управления экономической безопасности совместно с СОБР МВД при участии специалистов госстандарта обнаружено 25 аппаратов по добыче криптовалют, принадлежащие жителю города Сухом Пабба Рустаму Гурамовичу. Изъятые аппараты помещены на склад временного хранения. Общая мощность незаконно потребляемой энергии составила 166 кВт. В отношении владельцев майнинг-оборудования составлены административные протоколы в соответствии с частью 2 статьей 96 прим. 1 КОАП Республики Абхазия. В МВД действует горячая линия. Кому известна незаконная деятельность майнинг-объектов, просим направить сообщение на телефон доверия.